Всем привет. Вот поехал посмотреть с разведкой на маршрут Алекса Лабжа. На 9 мая запланировали покатушки. Ну, запланировали громко сказано, запланировал я. Кто там поедет, еще неизвестно, и поедет ли вообще. Вот. Но решил как бы съездить, посмотреть, чтобы понимать, куда едем. В конце концов, это я людей зову туда поехать. И надо понимать, уточки у нас тут летают на сервисе. Сокол, сокол. Маленький, но сокол. Вот, погода. Не знаю, видите, не видно, не видно. Передает экран. Камера, точнее. Идет снег. Сегодня у нас. Число. Четырнадцатого числа я отдаю машину на сварку, поэтому решил сегодня съездить, посмотреть. Завтра я разбирать ее буду. Ребята вроде обещались сделать быстро, без косяков. Вооружился фотоаппаратами, штативами, посмотрим, смогу ли я пробиться вообще хоть куда-нибудь, что-нибудь, зачем-нибудь. Но гуси, не знаю, передает камера, не передает, он кучу просто, ну немного, чуть-чуть совсем, кто-то их поднял, явно не я. Погода такая, гуси. Сам я по этой дороге, по дороге на Абжу не ездил ни разу. То есть, куда я еду, по сути дела, я еще сам не знаю. Ну, в этом вся и фишка. Купить себе внедорожник и ездить на нем за грибами, да по асфальту, да нахрен он нужен. Патроны валяются, зона покоя, блядь, патронов валяется куча, блядь. У нас как дичь долбить или, блядь, живность какую-то, так все охотники, а как волков стрелять, так ни одного охотника не найти, блядь. Извиняюсь за матершину, блин, по-другому просто, ну никак вообще. Да и... Как сказал один человек, блин, можно матюгаться и быть порядочным, а можно быть порядочным и быть свиньей. Гуси, журавли, сколько лебедей, я не знаю, видите вы или не видите это, просто должно быть видно, сколько лебедей,
Класс. Красота. Красиво, красиво. Главное не спугнуть их у себя. Ни разу столько людей не видел. Тоже сидят. Не так много, конечно. Взлетели. Они испугались. Вот. Испугались. Блин. Какие-то испугались, какие-то нет. Какие-то сидят на воде и пофиг им. Тут уже он кто-то на драгстере на каком-то катался, следя джипа от какого-то. И судя по всему, следы от форвард копали. Да. А на такой резине я знаю, кто есть. Так, ну я так понимаю, мне направо. Карту. Блять, ремень этот. Ни в чем.
ребята, я вас сюда приглашаю. Ты елки-моталки. Это, покататься, проверить, на что способны сами, на что способны машины. Я думаю, что как раз к 9 мая здесь все растает. Надо будет еще перед самым 9 мая я здесь съезжу, посмотрю, конечно же, прокачусь, что туда, как тут. Блин. Даже вот по своим следам, так вроде ехал, местами только где-то след, что я чем-то зацепился за это, за снег. Ну машины реально проваливаются под снег, как бы, местами, не везде, а местами. Так что вот, ребята, будь весело. Я один сюда поехал, без чьей-либо помощи, вообще без, просто один. А если мы сюда поедем грядкой, мы можем ехать вдоль дороги. Просто. Сколько впечатлений будет. Yeah.
очень неудобно рулить одной рукой при таком движении. Поэтому вот так. Дальше. Я и кипернулся, кстати, на поездку-то не кисло тут. И еды набрал. Чё только не набрал, короче. Ну, потому что, как бы, реально тоже понимаешь, что можно встрять тут нормально. А лес такая штука, что здесь все привыкли к мобильной связи. А мобильной связи может быть и не быть. Поэтому, как бы, рассчитывать на мобильную связь, ну, неплохо, конечно, когда она есть, конечно же, неплохо. И помощь попросить можно, да и вообще. А надо думать о том, что ты будешь делать, когда ее не будет. Поэтому... Да, в лесу снега еще много, конечно, очень много. Лебеди улетели. Гусей просто стая поднялась. Thank you.
Теперь я знаю ценность той поговорки, чем круче джип, тем дальше идти за трактором. Короче, блин, закопался я вот так вот. Машина висит на пузе. Блин, сколько не копаешь лопатой, короче, тем больше она закапывается. Земля вроде как мягкая. Но вот здесь как-то мягкая. Она, блин. А, это я уже накидал сюда, оттуда. Земли. Ну она замерзшая, короче. Машина вон висит. То есть просто на пузе. Колесо вон в воздухе болтается, даже грязью не забито. Вот. Такая херня. Короче, поеду. Фу, бля, поеду. Пойду. Уже наездился. Пойду в деревню к деду. Просить его, чтобы он меня УАЗиком выдернул. Думаю, УАЗиком он меня здесь дернет нормально. Бля, куда пошел-то? Так что так. Пословица, чем круче джип, тем дальше идти за трактором. Ну вообще я как бы на самом деле сам тут лоханулся. Можно было бы всего этого и обойтись, короче. Решил поснимать птичек, короче. Думаю, заеду, машину там в кусты поставлю и пойду поснимаю лебедей, гусей. Поснимал. Вот так. Короче, ну, чё, где наша не пропадала? Чё страшного? Бывает. То оно и приключение. Вот. Ну, вот так вот съездили. Сегодня узнал еще, что человек мне позвонил и говорит, что там один знакомый, он на той дороге, короче, раздатку на УАЗике оставил. Я, видимо, не доехал до того места, где он закопался. Так что так вот. Ладно, всем добра.